Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в поселке Витязево. Это город-курорт Анапа. Лучшее место для того, чтобы вы приехали к нам на отдых. И это Роман. Теперь он, помимо того, что готовит очень вкусные блины, еще и занимается гостевым домом, который находится на втором этаже, в центре развлечений. Но при этом говорят все, что очень тихо и уютно у него отдыхать. Давайте посмотрим номера и что он предлагает вам. Центр курортной жизни, Паралли, езди выпить, поесть, потанцевать. Рома, сколько до моря? Легким шагом порядка 10 минут. Я вот с ребятишками со своими хожу, с женой. Если вот мне утром, например, быстренько добежать самому, ну, порядка 5 минут. Рядышком здесь детский клуб, а здесь Роман готовит свои креп-блины. И мы заходим, дорогие друзья, на территорию гостевого дома «Флот». Адрес у него Черноморская, 224. А на входе есть место, где можно помыть ножки. Также есть небольшая своя территория. Мангальная зона, есть кухня, на которой можно приготовить еду. Пожалуйста, там раковина, плита, набор посуды, стиральная машинка, шампура. Все есть, то есть приезжайте, жарьте, отдыхайте. Номера и еще одна зона отдыха находится на втором этаже. Поднимаемся. На этаже есть чайник, гладильная доска. Выходим на балкон. У Ромы всего лишь 6 номеров. И вот такая вот зона отдыха. Для каждого номера есть свой стул со стульями. Здесь можно посушить свои вещи. И вечером, представьте, все гуляют по Паралли. А вам даже ходить никуда гулять не надо. Вы можете здесь сидеть, наслаждаться, получать удовольствие от всего того, что происходит. Вот он, центральный вход Паралли. Немножечко проходите. И все заведения, все места, время отдыха находятся здесь, рядышком с вами. Первый номер, дорогие друзья. На входе у нас есть холодильник. Место, куда повесить ваши вещи. И сам номер. Здесь сейчас две кровати, их можно раздвинуть, а также можно сюда доставить еще одно доп. Место, евро-раскладушку. Есть столик на колесах, телевизор, прикроватная тумбочка. Номер довольно-таки уютный, со сплит-системой. В принципе, я думаю, вы слышите, что звука с Паралли к нам никакого не доносится. Прям секунда тишины, я думаю, этого достаточно. Есть зеркало со столиком. Есть сейф, пуфики, чтобы можно было посидеть возле столика. Выглядит место для хранения. Санузел, это раковина, зеркало, туалет и душевой поддон. Стоимость этого номера сейчас, пик сезона, 2400 рублей. Если вы берете с доп. Местом, то 2700 рублей. Номер, который идет на троих. Здесь на входе холодильник есть, место, куда повесить ваши вещи, и также комната. В комнате есть кресло раскладное и двуспальная кровать, телевизор, сплит-система, столик передвижной и зеркальце со столиком, чтобы девочки могли накраситься. Место для хранения выглядит вот так. Есть сейф. Санузел здесь большой, просторный. На входе раковина, туалет и душевая кабинка. Смотрим следующий номер. Здесь у нас на входе также холодильник, место, куда повесить ваши вещи. Проходим через прихожую. Место для хранения. Выглядит оно вот так. Сам номер. Можете увидеть, есть кресло, кроватка. Также имеется столик, телевизор, зеркало, столик, сейф. В общем, номер тоже довольно-таки большой. Это на троих, и стоимость у него в данный момент времени также 2700. Санузел, работает вытяжка, есть раковина, душевая кабинка и туалет. Также имеется зеркало. Это у нас первый номер. Здесь место для того, чтобы повесить вещи. Холодильник, также есть стол, зеркало, место для хранения пледами и подушками. Сейф. Спальные места – это еврокресло и двухспальная кровать. Также имеется прикроватная тумбочка, столик, сплит-система и телевизор. Стоимость 2700 рублей, также есть Wi-Fi. Сзади гостевого дома есть парковочные места для тех, кто отдыхает у Романа. Тот номер, который сейчас занят, он на четверых. Заселиться в него можно за 3200 рублей. Сейчас он занят, но в ближайшее время освобождается. Так что звоните и уточняйте. Дорогие друзья, кто желает жить в центре курортной жизни, Паралли, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. И у вас туда будет каждый день праздник. От души вам всем огромнейший привет. Желаем хорошего отдыха, солнышка и классной погоды. И чтобы вы не знали бед, приезжайте к нам в Витязево обязательно.